Здравствуйте, меня зовут Ильченко Артем. До торгов по банкротству работал менеджером по продажам в разных компаниях, а также личным помощником руководителя. С 2017 года заинтересовался, скорился темой бизнеса, изучал много различной информации про создание, ведение бизнеса. Вот изначально интересовался я тендерами, госзакупками по федеральному закону 44-223. Сложность там возникла с тем, что в тендерах необходимо иметь уже открытое ИП или ООО, а также, чтобы выиграть тендер, требуется конкурентоспособная цена. И мне как новичку сложно было в этом начать. При этом я не остановился и продолжил искать информацию. Вот, нашел информацию в интернете про таргеты банкротства по федеральному закону 127. Вот, немного изучив и углубившись, понял, что можно зарабатывать и участвовать тогда как физлицо. Вот. Чуть позже я нашел Академию торгов по банкротству, которую основал Олег Селифан. Он подписался на группу ВКонтакте, изучил всю информацию, представленную в бесплатном доступе на сайте. Вот. Привлекло меня то, что Олег сам участвует в торгах и обучает других людей. Вот. Рассказывал при этом все тонкости, подводные камни. Вот. В итоге я принял решение купить курс. Первый свой лот нашел достаточно быстро. Но помимо него я еще отслеживал многие другие. Но именно в этом меня привлекла цена и то, что лот находился в моем городе. Вот. Это был автомобиль «Лада Гранта» 2016 года с небольшим пробегом. Начальная цена у него была 220 тысяч рублей. На электронной площадке я нашел контактный номер организатора торгов, связался с ним. Про автомобиль он ничего не знал, дал лишь только номер телефона должника. Вот. Я с ним связался, договорился о встрече. Человек оказался очень хороший, добрый, рассказал про автомобиль, все. Потом после осмотра я сделал дополнительный анализ ликвидности. Вот. В итоге принял решение участвовать. По цене 226 572 рубля. Начальная цена, напомню, была 220. Вот. На электронной площадке была подана уже одна заявка, но потом отозвана. И в итоге я был единственным участником и победил. Далее с конкурсным управляющим заключил договор, оплатил остаток и забрал автомобиль. При подготовке автомобиля к продаже также пришлось самостоятельно снимать запреты, которые приставы наложили. Вот. И залог банка был снят только через месяц. Вот. На текущий момент автомобиль выставлен на продажу по цене 295 тысяч рублей. Вот. Цены на аналогичные авто варьируются от 265 до 340 тысяч рублей. Самое главное – это не лениться, а вникать, изучать, применять все полученные знания на практике. А новичкам, тем, кто хочет посвятить себя торгам по банкротству, я рекомендую пройти курс обучения и достичь своего первого результата. Больше внимания уделяйте перед покупкой, это делайте осмотр и подробно изучайте документы перед подачей заявки. У меня на этом все. Желаю всем удачных и прибыльных сделок на торгах по банкротству. Если вы хотите так же, как наши студенты, зарабатывать по 100-200 тысяч рублей уже в первый месяц после обучения, то запишитесь на наш бесплатный мастер-класс. Вы узнаете, как покупать автомобили, недвижимость, спецтехнику и другие объекты на торгах по банкротству со скидкой от 50 до 90% даже без собственных вложений с новой профессией агент торгов по банкротству.